Патриарх Тихон был страстным кошатником и любил шутить. Про него вспоминали: все хихи, ха-ха и гладит кота. Как же этот человек стал спасителем русской православной церкви? В 1917 году рухнула вся прежняя система, и церковная тоже. Появилась возможность вновь выбрать патриарха, чего не было два столетия. Поместный собор выбрал трех кандидатов на эту должность. Святитель Тихон не считался главным претендентом, но выбор определил жребий, случайно вытянутая бумажка. В Успенском соборе огласили имя победителя – Тихон, митрополит московский. «Дуракам везет», — так отреагировал проигравший архиепископ Антоний. Спустя много лет он признался, что был неправ, и если бы стал патриархом в тех тяжелейших условиях, не смог бы сохранить церковь, а у Тихона это получилось. В обычной жизни его звали Василий Белавин. Родился в Псковской губернии. Был простым, открытым человеком, это видно и по внешности, но почему-то уже в академии к нему приклеилось прозвище «Патриарх». Видимо, за его простотой была видна величавость. Своей открытостью он поражал уже после избрания патриархом. Легко находил общий язык с людьми светскими, далекими от веры. Книпер Чехова вспоминала, как боялась выйти на сцену при патриархе. «Мы не очень-то уж страшные», — рассмеялся Тихон. Усадил актрису рядышком и проболтал с ней половину концерта. Это, конечно, не главная заслуга патриарха. Он сумел поставить православие выше политических процессов. Тихон от имени церкви не благословил Белую гвардию в гражданской войне. Он призывал обе стороны прекратить насилие. В годы голода в Поволжье находил огромные суммы на спасение людей. Подключал все свое влияние и связи, чтобы помочь страдающим. И при этом советская пресса называла патриарха людоедом. Его изолировали в Донском монастыре, посадили под арест. Часто вызывали на Лубянку для допросов и психологического давления. Святитель стойко переносил страдания, не терял присутствия духа, даже шутил. Над своей кельей повесил табличку «По вопросам контрреволюции не беспокоить». На него совершали покушения. В 59 лет он был почти слепым и глубоко больным человеком. Несмотря на плохое здоровье, много времени провел в службе и умер в молитве. Патриарха Тихона канонизировали в 1981 году, еще при СССР. Это был скандал, ведь его называли врагом советской власти номер один. Но и доказательством того, что в народе подвиг Тихона помнят и чтят.